Всем привет! С вами Тед, и кто не видел, обязательно посмотрите в предложечку там вверху, либо внизу в описании ссылка на макроверсию вот этого билда. А сейчас же у нас супер жесткий алын против зерга за протоса в StarCraft 2. Если вы играете в StarCraft 2 за протоса и не знаете, как победить зерга, и вам хочется какой-то простой, эффективный стиль, но при этом интересный, да, который будет развивать ваши навыки, то этот билд вам подойдет. Это просто катастрофически жесточайший алын, который начинается, собственно, с Пилон Гейт. Дальше мы густим пробочек, идем на разведку, ну и, собственно, будем смотреть, что же делает зерг. Вот эта пробочка, она будет залог нашего успеха. Она лишь скажет нам, удастся нам, собственно, воплотить наш билд или не удастся. Сзади там, конечно же, делается газ. Собственно, кто хочет посмотреть именно сам билд, как делается, это делается очень легко, смотрите, ребята. Вы просто смотрите вот сюда, в окно продакшн, да, видите, там что-то новенькое получилось. Нажимаете на паузу, просто выписываете себе на листочек, по какому таймингу, по какому саплаю справа вверху, да, собственно, это делается, и вы спокойно весь билд запомните. Но он на самом деле достаточно прост. Вот. И вот когда вы приехали, видите, пробка сразу убегает назад. Почему? Потому что она уже знает все, мы победили. Потому что мы играем не против 12-го пула, нам не надо менять план, мы просто продолжаем играть по своему плану. А план у нас весьма дальше прост. Мы на 20-м лимите едем, делаем Nexus. И сейчас я вам с такой камеры буду, собственно, показывать, что вообще происходит. Да? Потому что, чтобы видеть два Nexus одновременно, жалко, на этой карте их не видно, но ничего страшного. Ставим кибернетку сразу же. Собственно, пробочками поднимаемся. Дальше у нас газ, пилон. Можно промотать. Чтобы все, в принципе, тут понятно, никаких сверхъестественных у нас не будет происходить деяний, потому что мы дальше ничего не смотрим, да, то есть мы, нам все равно, чем занимается зерк, мы уже знаем, что у нас все окей. Мы делаем сталкер, мы делаем вармгейт и начинаем бустить наш Nexus. Наша цель сделать как можно раньше крутейшую экономику. То есть наша экономика должна просто катастрофически превосходить зерга. Сразу же вслепую ставим батарейку, потому что первого юнита мы не бустим, и мы не знаем на данный момент, бегут в нашу сторону собаки или нет. Толпой, поэтому нам нужна слепая батарейка, нам нужен сталкер. И как только Nexus достроился, ставим Stargate и бустим два Nexus'а. Два Nexus'а одновременно, ребята, это важно. Ставим Stargate, ставим нашу Sentry, как только у нас будет следующая сотня газа. И продолжаем, собственно, развивать нашу экономику и идти к следующей нашей, самой важной контрольной точке в этом билде. Вот. На 38-м лимите, где-то на 40-м, можно ставить пилон, чтобы не попадать в лишние supply блоки. И бустить еще раз Nexus, если вы чувствуете, что все окей. Вот. Два газа. 3.20. Выходит центря. Сразу же заказываем Вайдрея. Он будет нам помогать защищать нашу базу. Вот. Если в данный момент вы видите какой-то прессинг собак лишний или еще что-то, вы как раз таки можете кинуть буст на Вайдрея, либо кинуть супер батарейку. Обычно выгоднее супер батарейку кинуть, потому что, ну, она лучше защитит вот на этом этапе. Вот. И сразу же наполняем наши газы. И еще буст в Nexus, чтобы как можно быстрее сделать экономику. И посмотрите, выходит Вайдрей. 4 минуты 10 секунд, у нас полная экономика на двух базах. Ну, не шедевр ли это? Естественно, позади мы ставим Твайлайт Роба и готовимся к алыну. Никаких здесь фаржей, ничего не будет, потому что мы просто жестким, мощнейшим лимитом будем приходить и объяснять зергу, что в этой игре он уже проиграл. Вот, как только Твалайт закончился, делаем Темплар Архивы, учим Чардж и ставим Гейтов, да, то есть на все наши денежки.
доставляем гейтов, делаем, затем, естественно, у нас будет обсервер и призма. То есть нам нужно понять, куда мы идем, что там можно встретить. Вот. И в это время у нас пока нету гейтов, чтобы поддерживать производство и тратить ресурсы с двух баз. Вот, пока вот эти достраиваются. Поэтому у нас призма после обсервера будет заказана. У нас будут бусты на чардж. Вайдре, естественно, отдавать не надо. Он так смотрит, просто где третья база, чтобы знать, куда атаковать. Вайдрей вернется, помогает занимать нам третью базу. Это двухбазовый алын, но третья база здесь просто для перевода. То есть, если игра затянется, если по каким-то причинам вы поймете, что вы не хотите атаковать, просто будете прессинговать, тогда можно как бы продолжать игру. В этом красота этого билда. Вот, но мы выходим в 5.30, занимаем третью базу, не спеша, продолжаем варпать зелков. И когда призма вылетает у нас, вот мы ставим третью базу. То есть даже соперник будет видеть, да, он понимает, о, протос макро собирается. Наверное, стоит мне там заказать дрончиков еще, да. А то пока эта база достроится там, пока этот протос ко мне придет, куча времени пройдет, типа ничего страшного. А мы, из-за того, что у нас классная ранняя максимальная экономика, из-за того, что у нас очень рано газы на второй базе, из-за того, что мы газ никуда не сливаем, накопили к шестой минуте 1200 газа. Ну, я думаю, вы понимаете, кто у нас варпаться будет. Конечно же, это 4 архона. Вот. И пока 4 архона будут морфиться, мы всем остальной бригадой нашей бежим в атаку. Да, то есть у нас уже есть какие-то потери по юнитам. Это не так критично. Там сентря, сталкер, наверное, умерли. Вот, здесь же я ставлю пока батарейку фаржу. Просто, чтобы ну, была какая-то защита. И как бы денежку пока ну, некуда девать. Варп у нас завершен. Поэтому, в принципе, нас это ну, нам ничем не помешает. Фаржа, тут батарейка. И идем. Вот, и в принципе, вот здесь вот, ребят, вот здесь вот вся основная мощь нашего билда. Посмотрите просто на эту армию. Это просто вот на самом деле супер мощнейшая бригада. Прям вообще. Ну, я думаю, все видят. Да, это бригада, которая идет и будет сейчас заниматься разрухой на территории Зерга. Не обращаем внимания на Квину, просто заходим максимально вглубь и начинаем крушить, ломать. Вот. Какие у вас могут быть проблемы? Я думаю, тут все понятно, какая мясорубка будет с этим Зергом. И у вас могут быть проблемы. Что здесь много бейлингов, и они будут бежать на ваших зелков. Против бейлингов маневр достаточно простой. Надеюсь, в этой игре сейчас вы его увидите. Нужно собрать всю свою толпу в кулачок. Вот здесь, например. Да, то есть сразу же выбрать всех, нажать идти сюда и архонов отправить вперед. То есть ни в коем случае бейлингами не встречать бейлингов нашими зелками. Вот мы подходим. Я всех зелков убираю назад. Встречаю архоном. Но решаю прожать, видимо, F2. И получается, ну, не самый лучший, так сказать, размен. Вот. Ну, можно было сделать получше. У меня есть оно. Заметьте, какой ядерный взрыв получился весьма мощный. Такая прикольная игра. Надеюсь, вам понравился этот алын. Не забываем поставить лайк, подписаться. Ну и, собственно, до новых встреч.